В пятницу Саровский драматический театр приглашает посмеяться и пофилософствовать на спектакле по рассказам Шукшина «Охота жить». Постановка будет интересна подросткам и взрослым. Начало спектакля 18:00. Возрастное ограничение 16+. А в воскресенье артисты представят полюбившийся саровчанам спектакль «Семья Конвой» в обновленном виде. Начало 18:00. Для зрителей старше 16 лет. Торопитесь, билетов осталось немного. В пятницу и субботу саровчане могут посетить городской музей и познакомиться с двумя выставками. Экспозиция «Продолжение», посвященная году семьи, включает в себя живопись и графику Николая Кузнецова, Инессы и Глафиры Гришиных. Возрастное ограничение 6+. Также в музее представлена выставка «Музруков», посвященная 120-летию легендарного директора объекта, генерала-майора, дважды героя социалистического труда Бориса Глебовича Музрукова. В экспозиции собраны фотографии, документы, личные вещи из фондов учреждения для лиц старше 6 лет. В художественной галерее продолжается марафон кинофестивалей. В рамках проекта «0+» 19 октября саровчане смогут увидеть документальный фильм «Крым. Хроника русской весны». Начало в 11:00 для зрителей старше 12 лет. По программе кинофестиваля «Дни научного кино «Фанк-2024» в 13:00 покажут документальный фильм «Лучи удачи». Возрастное ограничение 12+. Все показы бесплатные. А в 14:00 можно посетить авторскую экскурсию по выставке «Время говорить» с Ириной Никитиной. Приглашаются гости старше 6 лет. 18 и 19 октября саровчане старше 3 лет смогут посмотреть несколько экспозиций в Музее народной игрушки. Полюбоваться творческими работами учащихся и педагога Театра моды «Русь» можно на выставке «Красота своими руками». Экспозиция «Семья. Всему начало» в рамках проекта «Все начинается с семьи» познакомит с авторскими работами семьи Цеповых. В субботу и воскресенье на стадионе «Икар» пройдут соревнования по мини-футболу в рамках городской спартакиады. Начало матчей в 11:30 без возрастных ограничений. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.